Привет, ребята. Сегодня будем перешивать подлокотник вот такой вот. Как видите, он пришел в негодность. По краям видны вздутия. Эстетический вид он свой потерял. Ну, поэтому будем перешивать материалом аналогичной текстуры. Вот такой вот материал на основе микрофибры. Достаточно плотный материал, хорошо тянется. Вот, и внешне чем-то напоминает кожу. Текстура такая же. Ну, поэтому посмотрим, что получится. Так, для работы нам понадобится бензин галоша. Клей момент, пластик, кисточка понадобится, и также возможно обезжиритель понадобится, хотя навряд ли. Ну, в первую очередь необходимо снять вот эту вот обшивку подлокотника. Снимается она очень просто. Значит, снимается она при помощи бензина. Ну, выглядит примерно так. Подливаем бензин, и наш материал свободно отходит. Тянем потихонечку. Бензин начинает растворять старый клей. И материал постепенно отрывается. Ну, я рекомендую использовать клеи, которые удаляются бензином. Вот такой клей-момент, он удаляется бензином. Ни в коем случае не применяйте вот такие вот клеи. Они удаляются сильными растворителями. Вот такими вот, например, 646, 647. Это приводит, удаление такого клея приводит к порче материала. Ну вот в данном случае это пластик АБС. И при воздействии на него сильным растворителем он начинает менять свою структуру, ну и портится, соответственно. Ну, вот видите, бензин начинает действовать, и потихонечку материал у нас удаляется. Клей растворяется, тянется. Ну и сейчас я все это отклею, посмотрим, что получится. Ну, как видите, клей хорошо удаляется. Еще даже не растворился. Спокойно удаляется. Без следов до пластики. Если мы сейчас
вот сюда нанесем вот этот клей, то у нас останутся пятна от этого клея. От клея Момент Классик такого эффекта не будет. То есть он ляжет тонкой пленкой. Осталось убрать по краям остатки поролона. Убирается механическим способом, достаточно легко, то есть без воздействия растворителя. Ну вот и все, наш подлокотник готов к оплейке. Клей очищен практически везде. Ну там, где я не смог его очистить, в принципе, там и не важно. Он по углам остался, в принципе, он нам не мешает. Берем наш отрез кожезаменителя. Берем лекало. Ну и примерно отрезаем. Примерно отрезаем сколько. Думал, сколько хватит нам. Клей немножко у нас подкрутился. А вот, чтобы кисточка не засохла, не забываем опускать бензин.
Ну все, наш подлокотник немного подсох. Убираем присевки. Смотрим, что получилось у нас. Это, конечно, готовый вариант. И проверяем, все ли у нас в порядке. Пока есть у нас возможность подтянуть, что-то где-то натянуть. Проблемные места убрать. Ну, в принципе, все нормально. Вот, и теперь нам необходимо разрезать вот здесь и вот здесь. А для того, чтобы у нас клеились вот эти углы. На углы мы так просто материал наш не натянем. Резать надо под углом и примерно попадать в угол на место склеить. Thank you.
Thank you.
Ну вот и все, ребята, подлокотник закончил свой ремонт. Выглядит как новый. Следы от прищепок пока еще остались. Со временем они разровняются. Все достаточно качественно сделано. Материал очень приятный для рук. Поэтому жмите лайки, подписывайтесь. Всем пока.